В общем, мне его сейчас удалось замочить минуты за две. Сейчас я покажу, как я делал. Короче, сразу в него стреляешь. Вот он лежит. И продолжаешь стрелять по нему. Стреляешь, стреляешь, стреляешь. Если подойти на него наступить, он тут же встанет, тебя ударит, и ты все здоровье потеряешь. Так вот, постреляешь еще немного. Но ни в коем случае не подходить и не бить. Ну все. Вот, потом опять стреляешь. Теперь он быстро плавать начинает. Вот. Сейчас он будет вставать, в него нужно стрелять, как только он встает. Вот, потом он опять плавает, вот. Встает, стреляешь. А, ну или еще пострелять. Но ни в коем случае не подходить, не бить. Все. Вот так. Моя ошибка была в том, что я все время подходил и бил его. Вот так. Вот только что я его также замочил. Решил записать еще раз, попробовать. Вот получилось. Подходит, кстати, костюм к этому месту, смотрите. Lineup's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Ой, что это? What's this? Вот так вот. Леонард ебучий. Все, в принципе, тут больше делать нечего, это госпиталь. Должно быть все закрыто. Открыты двери на выход. Можно пойти сохраниться. Не сюда. Отсюда. Так. Проверим камеру. Нормально. Теперь побежали обратно в отель. То есть понятно. Это ладно. В общем, понятно, да, что у меня были проблемы с Леонардом. Я все время подходил и бил его, хотя не надо было подходить и бить, надо было продолжать стрелять. Я подходил, бил, он бил меня в ответ. И все, и так продолжалось 5 минут. А сейчас я в него стрелял и быстро его завалил. Собачки бегают. Блять, машина тупая нахер. Чуть меня не загрызли. Пошли нафиг. Вы мне не нужны, блин, собаки тупые нафиг. Сейчас пойдем в парк развлечений. Будет круто. Тоже клевая локация. Все бежит за мной. А-а.
такой звук, как будто за мной бежит. Fuck you. Так. О. Привет, Винсент. Пока, Винсент. Эй, подожди, куда? А, сохраниться нельзя. Короче, нам теперь нужно обратно бежать. Почти. То есть вон в парк развлечений, где стрелка показана. Вот сюда. Че, побежали. Знаешь, я же по пути никого трогать не буду. Ты промазал. Сейчас надо бежать и бежать, короче. Хай. О, эти, блин. Они в парке будут. В парке развлечений. Там тоже нужно будет аккуратненько ходить с выключенным фонариком и смотреть, где они находятся. Уже потемнело. Альтернативный мир наступает. Чё, добро пожаловать. Круто. Ну чё, добро пожаловать. Сейчас покатаемся на карусели. Ты, кстати, из самого начала игры, если первый раз проходишь... Привет, Робби. Как жизнь? Я вижу, ты пьяненький сегодня. Он ещё один валяется. Кстати, можно упасть. Так спешить не будем. Поосматриваемся. Кстати, тут карты нету. Тут надо так бегать без карты. Что, кстати, очень прикольно. На самом-то деле. Что-то пожрать. Попкорн нету? Хочу попкорн. Эй, Робби, как дела? Ты тоже пьяненький? Они выпили, поэтому они валяются. Не, этот вообще валяется, укуренный. А этот тот на скамейке сидит. А этот, это тоже. Под кайфом вообще полностью. Я буду собаки. Я глушитель лучше возьму. А, нет, тут клозеры, клозеры. Но это не так страшно. Все тут открыто, только вот эта дверь. Я хочу пробежаться, просто посмотреть. Просто давно тут не был, соскучился уже. Отсюда мы пришли. Нет. Давно не был, соскучился, поэтому я не буду быстро чисто пробегать. Хочу осмотреться. Тут все закрыто. В принципе, только кроме одной двери. Вот тут. Вот тут смотрите сейчас, что будет.
Вот тут сейчас должен ключ появиться. Привет, Робби. Кто тут? Во. И сохранение. Ага. Вот ключ. Прежде чем сохраняться, сейчас кое-что сделаем еще. Вот аптечка. Видите, какие маленькие, хорошенькие. Я бы себе такого купил бы. Он бы с Буськой подружился. Представляете, Робби и Буська. Прикольно. Тут еще где-то патроны должны быть, что ли? Похоже, что нет. Мы сохраняемся. Кстати, вот этот Silent Hill Downpour, недалеко от начала игры ты находишь магазинчик, который называется Souvenir Shop. Это, наверное, имелось в виду вот этот магазин, но там дверь закрыта, и туда войти нельзя. И выглядит немного по-другому. Тут все везде закрыто. Идти, в принципе, некуда. Вот сюда надо идти. Вот, пожалуйста. Блять, меня заметили. Не хочу я тратить на эту хуйню здоровье. Я зря вперед побежал, нужно было аккуратно. Так как от одного удара тратится сразу все здоровье, а чтобы все здоровье пополнить, нужно много лекарств, поэтому я не хочу тратить их. Ху, слава богу, вовремя отошел. Камера тупая, я даже не вижу, где они находятся, блин, это меня бесит больше всего нафиг. Ай, блин. Короче, я не буду их мочить, я буду просто пробегать. Нафиг, мне это уже надоело все. Ой, блядь. Может, я не хочу, блин... Точнее, я хочу на финального босса оставить много аптечек, чтобы не пришлось читерить, потому что я не хочу читерить. Давайте просто пробежим к двери сразу. Вот надо сюда идти. Так, тут опять эти чуваки, но тут можно тоже пробегать. Ну блин, что за хрень? Не знаю. Короче, попробую просто пробежать. Сейчас я остановился, начал его, в него стрелять, и другой меня ударил. А я буду просто пробегать и все. Проще всего так. Я не в ту сторону побежал. Да блин, ну что такое? Как мне уже задолбало это, а? Я не знаю, что происходит, мне никогда такого не было. Все время пробегал спокойно мимо них. Наверное, потому что я записываю, а когда я записываю, я немного как-то не так играю. Немного туплю. Потому что я знаю, что я записываю на камеру, это люди будут смотреть. Тем более, если я по 100 раз буду умирать, никому это не понравится, блин. Вот, а я хочу сделать все четко, нормально. У меня не получается. Блин.
Вон они вдвоем. Ладно, чуть-чуть задели, ничего страшного. Это лучше, чем все здоровье потратить, правильно? Ну, блядь. Короче, я не буду лечиться, нафиг, надоело уже. Только если ампулу сейчас найду. А вот как раз лечилку нашли. В общем, я не буду тратить те лечилки, которые у меня есть. Я буду, знаете, что делать? Я те, которые нахожу, я их буду использовать. Ну, я говорю, если на финального босса у меня не хватит, то я буду читерить все. Потому что мне уже это надоело. Потому что я реально, я никогда так не запарывался. Я никогда такого не было, блин. Все время пробегал спокойно. Просто когда я записываю, я как-то тупо играю. Не знаю, как это объяснить. Поэтому я, например, тот же Silent Hill Downpour, почему я говорю то, что я записывать буду только после того, как я сам пройду. Потому что я первый раз, когда буду проходить, я не хочу записывать, потому что это меня отвлекает. Плюс еще на комментарии, на всякую такую фигню. Тут сейчас будет сохранение. Я не знаю, когда я записываю, как-то все по-другому происходит. Отвлекаешься на комментарии, плюс хочется все сделать четко, чтобы люди действительно видели, что я нормально играю в свои любимые игры. Но у меня наоборот как-то не получается. То есть как-то, когда я один играю, у меня такого нету. То, что так постоянно меня все время убивают. Не знаю, сейчас давайте сохранимся. И в следующем видео уже этот особнячок пройдем. Там есть тоже свои приколы.